Это лайф, и мы продолжаем. В Хабаровске неизвестные оправдываются за живодерок, используя фейковые страницы. Они объясняют убийство животных желанием очистить город от опасных бездомных кошек и собак. В соцсетях уже больше 10 страниц, где от лица живодерок неизвестные продолжают общаться с подписчиками и отвечать на злобные комментарии. Вот так на странице якобы одной из фигуранток дела о жестоком обращении с животными, Алины, появилась запись, где девушка объяснила свой поступок желанием вот как раз-таки очищать город от якобы очень опасных животных.